Всем привет, ребята, с вами я, Phantom Foxy Game Channel 64. Сегодня мы будем проходить, как вы поняли, и вы скучали по этой игре, я надеюсь? Я думаю, да. Сегодня мы будем проходить финальную игру из этих вот серий. Это Freddy's Tribute Epilog. Если вы олды, то вы знаете, что я проходил игру под названием Freddy's Tribute. Я прошел первую часть, ремейк первой части и вторую часть. Вторую часть я прошел. Оригинальную первую часть, ремейк первой части, вторую часть, третью часть. Четвертую я не прошел, потому что там баг один был с аниматрониками. И зато я не мог сделать. Но сейчас-то у нас идет эпилог. Ну что ж, новая игра. Freddy's Tribute Epilog. Оу! Куда-то идем. Первая ночь. Эта карта мне напоминает какая-то. Вот эта карта. Из кого ты видишь в doorway, закрывай дверь and listen for the footsteps. Оу! Вот такой у нас геймплей. Окей, у нас... У нас окно сзади есть. Так, я вижу, что там Фред Брэдспрингбон есть. На этой сцене. Да, эта карта напоминает мне что-то. И на дверь удерживает. Еще сзади можем сидеть. Посмотрим, кто будет к нам идти. Надо закрывать от кого-то дверь, я так понял. Еще на сзади коридор. Час ночи. Окей, вот аниматроники. Фонарик у нас бесконечный. Ему сделать лучше, а то плохо видно аниматроника будет. Не могу улучшить камеру. О, кто-то ушел, Спринг Бонни нету. А куда Спринг Бонни делся? То, что посветить не могу камеру, чтобы лучше видно было. О, еще и Фредбер ушел. По-моему, я вижу там кого-то, вот это вот тень какой-то. Силуэт я вижу. Возможно, это аниматроник стоит один. Кто-то ходит. О, я вижу Спринг Бонни. Он идет, я вижу. Такой позе. Окей, это Фредбер двинул. Окей, Ctrl и Shift у нас есть. Это место выглядит темное. Сзади фонарик. Окей, вижу, кто-то уже близко подходит. Окей, это Фредбер, я думаю. Спринг Бонни уже тоже близко. Сейчас Фредбер пойдет в коридор. Мне надо вот эту дверь закрыть. Окей, пока что только двое активны. Фредбер и Спринг Бонни. Фредбер. Пока что 3 часа. Следим за ним. С
Security Mega Fredbear Diner Diner Hall. Здесь другие камеры. О, не, Фредбир ушел. Окей, только одна камера здесь. Так, Фредбир скоро придет. Сейчас он ко мне справа идет. Спрингбонни стоит. Все, постучался. Окей, там я вижу силуэт, это Спрингбонни, я так понял. Вот там я его тело вижу, он там. Где-то мышкой показывает. Вот это он, я так понял. А вон там Фредбир. Окей, Фредбира прогнал. Окей, надо ждать, пока у них шаги будут. Подождать не нужно. Окей, Спрингбонни ушел. Окей, Фредбир там стоит. Окей, Спрингбонни сейчас слева идет он. Пять часиков. Пять часиков. Окей. Вот сейчас надо положить, пока шаги я их услышу. Я слышу шаги, то ты знаешь, что они ушли из двери мои. Будет плохо, если они будут одновременно приходить. Я думаю, с моим Бонни он где-то там далеко. Он, по-моему, он там. Но геймплей такой вот прикольненький. Мы почти выжили. И мы прожили ночь. Шесть утра. О, я играю за Марине. Окей, это у нас не игра. Это теневая теневая марионеточка. Ладно, мы куда-то идем. Там глаза вот эти, это я получается. Мы идем куда-то. Окей, мы в доме, что ли? Так, тут плюшевый Фредбир. На столе стоит. Да, это я же теневой марионеточ. Так, сидим, идем. Окей, мы зашли куда-то. Мы домой к нему пришли. Он спит в кровати. Мы остановились. Что это было? О, мы идем опять. Вторая ночь. Посмотрим, что будет там. Так, more chance to come out here, but a little more careful with this night. Будь немного осторожен этой ночью. Больше нематроников не будет. Больше конь... Больше...
аниматроники теперь будет еще больше получаться. И надо быть более осторожным. Надо быть тоже более осторожным. О! Вон там кто-то есть из новеньких. Это Чика? Окей, Фредбер у нас пошел. Вон там Чика стоит. Больше аниматроников добавилось. Вон там Чика что ли идет? О, Фредбер пошел. Да, Спрингбонни стоит. Спрингбонни. А там Чика стоит, там кто-то еще. Да, кто-то еще стоит. Час ночи только. Это Бонни, что ли? О, Чика пошла. О, да, это Бонни вот там стоит. Там Бонни стоит. Так, Чика тоже идет. Вот сейчас Бонни и Чика не будет то же самое, что и Фредбер и Спринг Бонни. Security Seas. Так, Чика ушла. Спринг Бонни тоже ушел. А там Бонни вдалеке стоит. Так, а где Бонни? Я не вижу Бонни. Окей, Бонни я вижу, он там. Но Фредбера нету. Он тоже с Чикой пошел. О! Кто-то идет. Так, это был Фредбер. О, Чика. Так, Чика ушла, хорошо. О, Бонни. Окей, Спринг Бонни ушел, Чика. Так, где Бонни опять? Окей, там Чика стоит. Окей, Спринг Бонни. Все, теперь я тут Бонни вижу. Окей, там, по-моему, Бонни, там Фредбер, Чика. Спринг Бонни отогнал.
Так, это Бонни ушел. Бонни. О, они опять оба ушли. Чика. Все, Чика ушла. Ой, там еще Фредбер был вместе с ней. Чика Фредбера прогнал. Бонни. И мы прожили ночь вторую. Все, прожили ночь. Вторая ночь была посложнее. Ой, я за кошмары играю. Окей, за ним иди. Ом, за кошмары играем. Что надо делать за него? О, мы догнали его. Это был Марионеточ опять. Этот Марионеточ теневой. В кошмаре он был. Третья ночь. Вот мы в офисе. Опять. If you see anyone behind, just shine light on them for a while. I'll skip it on cameras. Если кто-то сзади, свети фонариком. И keep an eye on the cameras. И держи глаз на камеру. Кто-то еще там будет? Окей, это Фредди я там вижу идет. Он не как Бонни стоит. Фредди со Сприм Бонни ушел. Еще Фокси, серьезно? Вот теперь Бонни здесь. Это Фокси, что ли? Окей, я вижу, там Фокси стоит. Там Фокси стоит. Так-то кто-то вижу ходит. Там пойди Фредди еще пойди там. Кто смеется? О нет, Фредди ушел. Так, Чика где? Окей, вижу Фредди. Так, там Чика я вижу.
Окей, стоит сзади бы свети фонариком. Фребе. Что такое? Окей, Фредбера прогнал. Окей, я слышу, что смеется. По-моему, это Фредди смеется. Спрингбонни. О, Фокси встает. Свечу фонариком. О, Фредди. Окей, Фредди я прогнал. Фредди. Окей, Фокси встает. О, все ушли. О, но. Окей, Фредди настолько сзади приходит. Закрываю. О, Чика и Фредбера, хорошо. Бонни. Окей, Фокси я вижу. Окей, Сприм Бонни идет. Та Спрингбонни стоит. Фебя с Спрингбонни идут. Тоже Фредди с Бонни. Так, Бонни я вижу, Чику вижу. Окей, там Фредди я вижу. Так, Чика. Чика. Так, Чика двинулась. Фредди. О нет, Фокси уже идет. Фокси выбежит скоро. Но прожили третью ночь. Такс. Третья ночь пройдена. Сейчас на Фредди нужно засветить фонарика, когда он сзади. О, мы теперь в здании заброшены. Тут окно забаррикадировано. Окей, я выйти не могу почему-то.
Окей, нашел ключ. Ключ. Что не так? Я что, застрял? О, я должен был так сделать. А сейчас ключ нашел двери. Такс. Мы идем куда-то. Так, мы открыли дверь. Ну тут же коробка лежит, большая коробка. Сейчас мы за теневого марионеточа играем. И мы улыбнулись. Все, мы нашли, короче, шкатулку. И нас ждет четвертая ночь. Night 4. Don't watch the puppet show. Не смотри шоу марионетки. О, это еще одна подсказка, что тебе быть марионеточек, Тин. И нельзя на него смотреть. Don't watch puppet show. Шоу марионетки нельзя смотреть. Шоу марионетки. Окей, на сцене пока что пусто. Там Фокси есть. От Фокси еще не знаю, как защищаться. Я просто смотрю на него, это его замедляет. Окей, пока есть время, могу на камерах. Пока же близко к коридору никого нет. Кто хай говорит? Окей, вижу аниматроника. Медач меня грохнул. И как нет марионетки защищаться? Меня марионеточ убил. Марионеточ. Погодите, может я могу глаза закрывать. Фокси вернулся. Оу, мэн. И умер от марионетки. Поздравьте меня. Пожалуй, после четвертой ночи я закончу, Марк. Возможно. И напишите, как защищаться от марионетки. Есть еще от Фокси. Так, кто-то идут уже. Ну, на четвертой ночи знаю, что Блумбой активен. Да, Блумбой, от него надо дверь закрывать. Это наш муж. Фредбер ушел. Фредбер.
Я пытаюсь смотреть на марионетку, не прогоняется. Все, Фредбера прогнал. Чего ты трясешь башкой? Какие-то Блумбой сказал. Марионеточ. Окей, 2 часа Фокси не идет. Окей, Бонни. Где Фредди? О, вот и Фредди. Окей, Чика. Нет, марионетки не прогоняются. Фредбер. Окей, Фокси встает. Голубой. Окей, Фредбер я там. И Фредди я вижу. Сприм Бонни. Так, Чика я вижу, значит Бонни где-то. 4 часика. Окей, Бонни. Чика ушла. О нет, Блумбой. О, не, Фокс идет. Так, Фредди там. О, не, Фредди ушел. Все, я прогнал марионетку. Вот сейчас марионетка в офисе появляется, не надо смотреть на нее. Есть, черта ночь пройдена. Понял, как марионетку прогонять.
О, мы опять мини-игру играем. Получается, Маринетыч, он, получается, идет ко мне в офис. Если я увижу Ости, то мне надо не смотреть на него. Отвернуться мне. Маринетыч был только что в офисе. Он не был в офисе. Так, мы куда-то идем за Амфредди. Окей, туда мы не можем пройти. Окей, что у нас здесь? О, мы открыли что-то. Да, тут дверь мы открыли. Мы встретили кого-то. Пятая ночь. Получается, Маринетыч, он уходит с камер. Окей, никого нового нету здесь. Бомбой появляется в двух дверях. Он может быть либо слева, либо справа. Будем смотреть пока что. В начале ночи будем смотреть. Так, они идут все. 12 часов. Окей, Фредбер идет. Спринг Бонни. Даже Фредди с Чипи. Окей, Балумбой. Фредбер ушел. И Спринг Бонни близко. Там Бонни по-другому выглядит. Фредбер. Где в Бонни? Фред, окей, Спринг Бонни. Так, прогнал я их. Был он бой. Они опять идут. Окей, Фредди. Окей, это был Фредди. Так, Фредди отогнал. Так, Маринетыч там. Чика. Окей, Бонни. Уходи, Бонни. О, нет, Фокси. О, не Фредди, я вижу. Маринетыч. Все, Маринетыч прогнал. Балумбой, пока. То по шахте ползает. Спринг Трап? То Спринг Трап, погодите.
Окей, Чика. Там Спрингтрап пуш. Там там по шахте. Там был сокрыть. О, Бонни. О, спринг. Спринг Бонни. О, нет. Чика. Откуда ты, Фокси, прибежал? Куда Фокси пришел, погодите. Ну где-то побежал там. Там начал, короче, Спрингтрап идти ко мне. И он может в левой двери появиться, либо сзади он может прийти. Они написали, как мне от Фокси защищаться. Так, Бонни отогнал. Как мне Фредди бр... Как ему Фредди бр... Как я Фредди мог пропустить? Я еще и Фредди пропустил. Окей, так, окей, это посложнее. Пятая ночь сложно уже. Я буду пытаться пройти. И Фредди я вижу, хорошо. Так, Чика ушла. Так, Чика удери. Фредбер с Мимбони там. Окей, так кто-то спит. Так, Фредди я вижу. Так, Чика. Не должен был светить на тебя, что ли? У тебя был другой звук. Мне надо на него светить, что ли, когда он вот.
Мне что, на спрингтрапа нужно светить на него? Я должен на нее следить фонариком, что ли? Я думаю, это так работает. Так, кто же пошел? Окей, Бонни идет уже. На этот раз мы пройдем эту ночь. Я уверен, мы пройдем. И ничто он наш не покончит. Так, смотрим. Ну и после пятой ночи уже точно, да. Но спидрапа должен следить на него. Первый час есть. Сейчас смотрим. Так. Да откуда Фокси прибегает? Ну что ж, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, если хотите видеть больше роликов. И да, я закончу, пожалуй, на пятой ночи. Это реально сложно. Ну ладно. И кстати, напишите, как защищаться мне от этого Фокси. И дополните спрингтрапа, пожалуйста. Это будет реальная помощь от меня. Please, guys, help me with this game. I don't know how to beat Night 5. Please help me. Don't be shy, tell me your comments about it. And I put love in your comments, so yeah. It's time to take final bow. Ребята, ночь уже будет пройден тогда, когда вы расскажете, что надо делать против Фокси. Так что да.